Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня мы будем вязать с вами вот такую вот цыпленка по схеме Картвелишвили Марины. Благодарим автора за проделанную работу. Для вязания нам потребуется желтая плюшевая пряжа, совсем немного оранжевый и белый для вышивания белков. Плюшевая пряжа у меня Woolens Bunny Baby. Для вязания грудки, крыльев, хвостика и чубчика я использовала Alize Softy Plus. Холофайбер также потребуется. И глазки на винтовом креплении у меня здесь 18 мм. Приступим к вязанию. Начнем вязать голову и тело из желтой пряжи. Первый ряд 6 столбиков кольцо амигуруми. Две воздушные петли, во вторую петлю от крючка провязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ставим маркер. Я использую ниточку другого цвета. Второй ряд вяжем 6 прибавок. То есть из одной петельки провязываем 2 столбика без накида. 1-й столбик. Сюда же второй. Одна прибавка готова. Следующую петельку вяжем. 5-й столбик. 2-й. Это 2 прибавки. 3, 4, 5, 6. Маркер вытягиваем. Третий ряд вяжем 1 столбик, прибавку 6 раз. У нас по кругу должно получиться 18 столбиков. 1 столбик. В следующую петлю прибавка. 1 столбик. В следующую петлю прибавка. Повторяем эту комбинацию еще 4 раза самостоятельно. Четвертый ряд вяжем 2 столбика и прибавку 6 раз. У нас по кругу 24 столбика. 1-й столбик, следующую петлю 2-й, далее прибавка. Это 1 раз. 1-й столбик, 2-й, прибавка. Это 2-й раз. Вяжем еще 4 раза эту комбинацию. 5-й ряд. Вяжем 3 столбика прибавку. 6 раз. У нас по кругу 30 столбиков. 1-й столбик. 2-й. 3-й. Прибавка. 1-й столбик. 2-й, 3-й, прибавка. Вяжем до конца ряда самостоятельно. 6-й ряд. Вяжем 2 столбика. 1,
следующей петли второй, прибавка, далее 4 столбика прибавка 5 раз, 1, 2, 3, 4 прибавка, это 1 раз, 1, 2, 3, 4 прибавка, это 2 раз. Повторяем эту комбинацию еще 3 раза самостоятельно. И до конца ряда нам осталось довязать 2 столбика. Первый и второй. У нас по кругу 36 столбиков. С 7 по 10 ряд вяжем по 36 столбиков без накида. То есть 4 ряда провязываем без изменений самостоятельно. Я провязала 4 ряда, начинаю вязать 11 ряд. 2 столбика убавка. Один, два, убавка, четыре столбика убавка, 5 раз, 1, 2, 3, 4. Убавка. 1, 2, 3, 4. Убавка. 2 раз. Вяжем еще раз, еще 3 раза эту комбинацию самостоятельно. До конца ряда нам осталось провязать 2 столбика без накида. 1, 2. У нас по кругу сейчас 30 столбиков. 12 ряд вяжем 30 столбиков без накида. То есть провязываем ряд без изменений самостоятельно. 13 ряд вяжем 3 столбика и убавку 6 раз. Начинаем. 1 столбик, 2, 3, убавка. Поднимаем передние стенки 2 петель и провязываем их вместе. Это 1 раз комбинацию мы провязали. Теперь вяжем 2 раз. 1 столбик, 2, 3, убавка. Это 2 раз комбинацию провязали. Вяжем 4 раза самостоятельно. У нас по кругу должно остаться 24 столбика. Я довязала 13 ряд. Теперь берем глазки и вставляем их между 8 и 9 рядами. Между глазами расстояние 7 столбиков. То есть начинаем считать отсюда. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И вот здесь последний 7 столбик. Вставляем глазки и одеваем заглушки. Начинаем вязать 14 ряд. Вяжем 2 столбика и убавка 6 раз. 1, 2, убавка. 1, 2, убавка. Вяжем эту комбинацию еще 4 раза. У нас по кругу должно остаться 18 столбиков. Мы закончили вязать голову. Теперь начинаем вязать тело.
15 ряд вяжем 2 столбика в прибавку 6 раз. Первый, второй, следующую петлю прибавку. Опять первый, второй, прибавка. Повторяем эту комбинацию еще 4 раза. У нас по кругу 24 столбика. 16 ряд вяжем 3 столбика и прибавку 6 раз. 1, 2, 3, прибавка. Один, два, три, прибавка. Один, два, три, прибавка. И вяжем эту комбинацию еще 3 раза. У нас по кругу 30 столбиков. 17 и 18 ряд вяжем по 30 столбиков без накида. Провязываем 2 ряда без изменений. Из одной петельки вывязываем 1 столбик. Вяжем самостоятельно. Я наполнила голову холофайбером. Начинаем вязать 19 ряд. У меня маркер сейчас находится ровно вот посередине, если вам видно. Вот прибавки должны находиться посередине животика. То есть я сейчас буду провязывать 9 столбиков в начале и в конце 9 столбиков. Если у вас так же, как у меня, то вяжем вместе со мной. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Теперь мы вяжем комбинацию 6 раз, 1 столбик и прибавка. 1 столбик. Прибавка. Это раз. 1 столбик. Прибавка. Это 2. Столбик. Прибавка. 3. Столбик. Прибавка. 4. Столбик. Прибавка. 5. И столбик. Прибавка. 6. Довязываем до конца ряда 9 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. У нас сейчас по кругу 36 столбиков. С 20 по 22 ряд вяжем по 36 столбиков без накида. То есть 3 ряда провязываем без изменений, самостоятельно. 23 ряд вяжем 9 столбиков. Затем вяжем комбинацию 1 столбик убавка 6 раз. И довязываем до конца 9 столбиков. Начинаем. 1, 2,
три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, один столбик, убавка. Это первый раз, один столбик, убавка, это второй раз, один столбик, убавка, это третий раз, один столбик, убавка, четвертый раз, один столбик, убавка, пятый раз, один столбик, убавка, шестой раз. Затем вяжем 9 столбиков до конца ряда. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, последний, 9. У нас по кругу 30 столбиков. Начинаем вязать 24 ряд. 3 столбика, убавка, 6 раз. 1, 2, 3, убавка, 1, 2, 3, убавка, это второй раз, 1, 2, 3, убавка, это третий раз. Продолжаем вязать комбинацию до конца ряда. У нас по кругу должно остаться 24 столбика. Я довязала ряд до конца. Вот что у меня получается на данном этапе. Теперь берем холофайбер и наполняем тело цыпленка. 25 ряд. Вяжем 2 столбика, убавку, 6 раз. 1, 2, убавка. Это первый раз. 1, 2, убавка, это второй раз. Продолжаем вязать еще 4 раза эту комбинацию самостоятельно. У нас по кругу должно остаться 18 столбиков. Нам осталось провязать 2 ряда. По мере вязания наполняйте тело холофайбером. Так, 26 ряд. Вяжем 1 столбик, убавку, 6 раз. 1 столбик, убавка. Один столбик, убавка, тоже второй раз, один столбик, убавка, третий раз. Продолжаем вязать до конца ряда. У нас по кругу 12 столбиков. Последний ряд, 27, мы вяжем 6 убавок. Первая убавка, вторая, третья,
Продолжаем вязать еще 3 убавки. Затем нить обрезаем, вытягиваем ее и стягиваем отверстие. Вот такая заготовка у нас получилась. Отверстие я стянула, ниточку спрятала. Давайте свяжем нижние ножки. Вот так выглядит деталь. Берем оранжевую пряжу и начинаем вязать. Первый ряд 6 столбиков кольцо амигуруми. Набираем 2 воздушные петли. 1, 2. Во вторую петлю от крючка провязываем 6 столбиков без накида. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ставим маркер. Второй ряд вяжем 1 столбик прибавка 3 раза. Один столбик. В следующую петлю провязываем прибавку. Это 1 раз, 1 столбик, прибавка. Это 2 раз, 1 столбик, прибавка. Это 3 раз. У нас сейчас по кругу 9 столбиков. 3 и 4 ряд вяжем по 9 столбиков. Детальку сразу выворачиваем. 3-й ряд. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9. Это у нас 3-й ряд. 4-й ряд вяжем также 9 столбиков без накида. Я провязала 4-й ряд, вяжем 5-й ряд, 1 столбик убавка 3 раза. 1 столбик убавка. 1-й раз, 1 столбик, убавка. 2-й раз, 1 столбик и убавка. 3-й раз. У нас по кругу сейчас 6 столбиков. Ножки набивать не нужно. Складываем их пополам и провязываем 3 столбика за обе стенки. 1, 2, последний, 3. Оставляем длинную нить для пришивания и отрезаем пряжу. 2 ножки у меня готовы. Сразу свяжем клюв. Для этого набираем 2 воздушные петли и провязываем во вторую петлю от крючка 5 столбиков без накида.
первый. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. Второй ряд вяжем 5 столбиков без накида и затем соединительный столбик. Ставим маркер. Первый столбик. Второй. Третий. Четвертый. Клюв я вывернула. И теперь вяжем пятый. Затем соединительный столбик в следующую петлю. Вот такой клюв получается. Теперь обрезаем нить, оставляем длинный кончик для пришивания. Набивать клюв не нужно. Теперь нам осталось связать крылья, хвостик и грудку. Берем Ализе Софти и начинаем вязать. Крылья выглядят вот таким образом. Одно я связала, сейчас вместе с вами свяжем второе. Первый ряд набираем 5 воздушных петель. Вязать мы будем поворотными рядами. Один, два, три, четыре, пять. По вторую петлю от крючка провязываем 4 столбика. Один, следующую. Два, три, четыре. Делаем одну воздушную петлю, поворачиваем вязание. Второй ряд, 4 столбика и в конце воздушная петля. Раз, два. Три, четыре. Воздушная петля. Разворачиваемся. Третий ряд вяжем также 4 столбика. Один, два, три, последний 4. Теперь разворачиваем вязание. В четвертом ряду начинаем вязать со второй петли. Воздушную петлю в данном случае не делаем. Здесь пропускаем первую петельку. Во вторую вводим крючок и провязываем столбик без накида.
затем в следующий столбик и еще один столбик в следующую. Опять разворачиваем и вяжем со второй петли 2 столбика. Раз и второй. Нить обрезаем и оставляем длинный кончик для пришивания. Эту нить мы протягиваем по боковой стороне первоначальной точки, вот, то есть сюда. Второе крыло готово. Теперь приступим к вязанию хвостика. Для хвостика мы вяжем 6 столбиков кольцо амигуруми и затем делаем соединительный столбик. 2 воздушные петли. 1, 2. Во вторую петлю от крючка вяжем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Затем соединительный столбик вот такой хвостик получается. Теперь оставляем длинную нить для пришивания и отрезаем. Давайте свяжем грудку. По мастер-классу автор рекомендует ее вывязать под головой столбиками без накида. Я решила связать грудку отдельно. Где-то набираем 6 воздушных петель. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, затем 5 столбиков без накида, 1, 2, 3, 4, 5, 1 воздушная петля, разворачиваем вязание, вяжем убавку таким образом, затем столбик и опять убавку. Одна воздушная петля, провязываем один столбик посерединке без накида и затем следующую соединительный столбик. Вот такая деталь получилась. Сейчас оставляем нить для пришивания. Все детали почти связаны. Сделаем втяжку, находим середину головы, вот, отступаем вправо один столбик, затем вводим иглу, выводим ее во внешнем углу глаза, снизу оставляем кончик, чтобы потом мы могли связать ниточки, затем вводим иглу во внутренний угол глаза и выводим ее в соседнем столбике. Подтягиваем
Теперь опять вводим. В эту же точку первоначальную. Сейчас будем утягивать второй глаз. Вот, вывела я во внешнем уголке и вводить буду во внутренний. Подтягиваем. Можно сделать узелок, чтобы зафиксировать утяжку. Теперь этой же нитью вводим опять первоначальную точку, выводим вот здесь внутри, во внутреннем углу глаза. Затем поднимаемся на пару столбиков вверх и уводим также в соседнем углу, в соседнем столбике. Так, подтягиваем, опять вводим точку А. Теперь уже то же самое проделываем со вторым глазом. Опять поднимаемся на пару столбиков вверх и выводим в соседнем столбике. Вот что у нас получилось. Завязываем кончики ниточки, лишние обрезаем и прячем все в голове. Теперь берем клюв и вот так пришиваем его. Берем ножки, отсчитываем вот первый, второй, третий, и где третий ряд, представляем ножки вот так, получается третий, четвертый ряд, там мы пришиваем ножки. Вот эти носочки должны смотреть в стороны. Пришиваем. Ножки я пришила. Теперь берем крылышки, отступаем от шеи один ряд, вот шея цыпленка, один ряд отступаем, то есть в этом ряду, вот здесь сбоку, будем пришивать крылья. Затем ниточки прячем. Вот мои крылышки пришиты, теперь берем хвостик и пришиваем его сзади. Пришиваем грудку под головой. Нам осталось связать чубчик. Вводим крючок кольцо амигуруми. Берем ниточку, вытягиваем ее, закрепляем воздушной петлей. Подтянем. Теперь наматываем нить на палец и вводим крючок в соседнюю петлю, провязываем соединительный столбик. Опять наматываем ниточку на палец, вводим крючок в соседнюю петлю и провязываем столбик. Таким образом мы вяжем 4 ряда. Вот что у меня уже получается. Вяжем самостоятельно. Вот такой чубчик у меня получился. Теперь нам нужно вышить белки глаз и бровки. Оформим глазки. Вышьем белки глаз.
отрезаем лишнюю ниточку, кончики связываем и прячем в голове. Взяли черную акриловую пряжу, вышьем реснички. Вот что должно получиться. Кончики связываем и прячем в голове. Вот такой цыпленок у меня получился. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч!